Я Скибиди Туалет Скелет. Успей поставить лайк и подписаться на канал за 3 секунды, иначе я уничтожу планету. 1, 2, 3. Да где хоть кто-нибудь? Ни одной живой души. Хотя... деревню вижу. О, а что, мы уже снимаем, что ли? Ну что же, друзьяшки, я вас приветствую. С вами я, Жабка. Ну и сегодня в целом такое случилось. Вы не представляете. Хожу-брожу уже, наверное, 5 километров. И ни одной живой души. Да и 100% в этой деревне тоже ничего не будет. Да и никого. Мда уж. Опять поломанные дома. Хотя, слушайте, свинки? Много свинок, чего? Значит, в этой деревне кто-то да есть. Так, ну в этом доме явно никого нету, это понятно. В этом доме, так, друзьяшки, одни кровати. Вещи, кстати, неплохо, давайте заберем. Лишним в целом не будет. Мы же с вами хитрые. Любим все из деревень забирать. Так, ну тут вода, какая-то бочка. Но вот, к сожалению, ни одного жителя нету. Вот именно в этой деревне и курицы, и коровы, и свиньи. Но опять же жителей нету. Тут, к сожалению, тоже пусто. Давайте, друзьяшки, может, кровати с вами поломаем. Ну и найдем какой-нибудь более-менее нормальный домик. И там тогда уж заживем нормально. Если хоть и нету в этой деревне жителей, то мы обязательно с вами сделаем, наверное, ферму. Но то, что тут загон свиней... это, конечно, слишком странно, потому что такое ощущение, как будто их кто-то размножал. Причем недавно. Так, этот сундук, по-моему, я уже облутал в том доме. Ну и давайте, ладно, тогда поселимся, я надеюсь, вот тут вот. Хороший же домик. Или в другом. Не, давайте, ладно, тут поселимся. В целом, давайте поставим еще одну кровать. У меня есть печка-верстак. Ну и в целом можно зажить, причем неплохо, я считаю. Правда, мне бы сундук еще сделать, чтобы все вещи сложить. Но я думаю, это уже потом, потому что там уже вечереет, и нужно бы поспать. Так, все, надо ложиться спать тогда уж. Друзья, вы это слышали? Как будто кто-то зелье кинул. Подождите, это на улице было? На улице, по-моему, ничего нету. Я, походу, знаю, откуда это. Это, видимо, подо мной находится. Подождите, кто-то ящики открывает там, походу. Так, друзья, нужно быстренько, только тихо. Нужно тихо это все сделать. По-моему, это либо под этой кроватью, либо под этой. По-моему, под этой. Так, неужели там что-то будет? Да ладно! Что? Подождите, тихо. Ну, кто бы там ни был, держись! А, тихо! Что? Человек? Ну, не жаба ведь! А, стоп. Я же жаба, блин, да ладно, не суть. Если ты вправду человек, то объясни, как ты выжил? Подожди, о чем ты? В смысле выжил? Я по поверхности месяц ходил, и все было нормально. Только вот, к сожалению, я людей не видел. В смысле? Ты даже не знаешь, что происходит? Ну, не знаю, а что такое? Все ведь нормально. А у нас тут апокалипсис туалетов, а ты даже ничего не заметил. Какой апокалипсис? О чем ты вообще, мужик? С ума что ли сошел? А ты посмотри за стекло. Ну и что тут такого? Какие-то туалеты стоят. Вроде все отлично. Эти туалеты были раньше Скибиди туалетами. Не, ну ты на самом деле сумасшедший. О, что это? Какой-то туалет с головой. Не, ну сейчас я тебе доверяю уже, потому что это выглядит очень мрачно. Блин. Друзья, вы вообще представляете? Какой-то чувак тут находится и показывает мне каких-то скибиди туалетов. И как я этого раньше не видел? И хочешь сказать то, что все беды как раз-таки из-за них, что ли? Что ни одной живности, ни жителей, вообще никого? Да, все из-за них. Я вот лично не понимаю, как ты их еще не заметил. Слушай, а может быть такое то, что я месяц в похождениях был, и из-за этого они меня не догнали? Ну, на самом деле, возможно. Но если ты проникнулся этой темой, да и в целом понимаешь, что происходит, то помоги мне их уничтожить. В смысле? А как я тебе помогу их уничтожить? У них что, какие-то боссы, что ли, есть? В общем-то, у них есть супермощный босс, Титан. И один из них на нас надвигается. В смысле на нас надвигается? А он вообще большой? Он очень большой. Бери броню.
Вот она стоит! А то я вижу, ты хиленький! В какой-то железке ходишь! Тут нам не выжить в этой броне! Да не, нормальная броня, железная! В целом в самый раз! Что в ней не так-то? Давай, давай, бери лук и эту незритовую броню! Безопасность превыше всего! Ну ладно, мужик, возьму я эту броню! В целом что она мне даст-то? Такая же, как и железная, я бы сказал! Она на самом деле намного лучше алмазной! Чего? Намного лучше алмазной? О, слушай, вправду, лучше алмазной! Она так еще топово сидит на мне! Все, все, хватит заглядываться на себя! Пойдем наконец-таки уничтожим этого зараженного спикермена! Что? Какого еще зараженного спикермена? Я думал, максимум какой-то босс будет, максимум выше этих... Скибиди туалетов в два раза больше! Чего? Откуда вы тут появились? И дверь почему-то поменялась, и опыт у меня откуда-то появился. Чё за технологии? Мужик, что вообще в этой деревне происходит? Идем, идем уже, давай! Да пойдем, пойдем! Блин, только на меня эти скибиди туалеты нападают! Еще какие-то летающие, помогай, мужик! Тихо, 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 тихо! Фух, вроде как выжил! Давай, давай, времени мало! Идем быстрее! Да пойдем, мужик, пойдем! Куда нужно идти-то? Вот он! В смысле, где? О чем ты? Что это такое? О, тихо-тихо, друзьяшки! Что-то эти скибиди-туалеты слишком сильные! И меня сейчас уничтожат, блин! Нужно как-то спастись! Фух! Я еле выжил! Буквально одно здоровье осталось! И тут этот чувак построил вот такую вот мини-цитадель! Чтобы было легко уничтожить вот того спикермена, которого я, к сожалению, почему-то не вижу. А где он? Куда ты вообще пуляешь? Я его не вижу. А, вот, вот он. Давай, давай, стреляй, чё ты стоишь-то? Ну давай уничтожим этого спикермена, он тут летает, пытается нас догнать. В целом, думаю, у нас получится его уничтожить. А, что происходит? А, так, еще одна попыточка. Мы в целом таки майнкрафтеры, значит... У нас по несколько жизнь. Только главное, нужно держаться подальше от этого спикермена. А то вы видели, насколько он сильный. А ну-ка, получи. Ой-ой-ой, он на меня бежит. А-а-а! Тихо-тихо, нужно спастись. Надо, друзьяшки, бежать. Блин, он, видимо, слишком сильный. Такого я не ожидал. Так, тихо, ведро воды. Ведро воды спасет, надеюсь. Все, слава богу, спасло. Отлично. Ну и как ты меня достанешь? Спикермен зараженный. Не, ну снесли мы ему, конечно, вообще знатно хпшек. Давай, давай, чувак, уничтожим его. Я буду чисто под деревом сидеть и уничтожать его. Может, есть еще какие-то тактики, чтобы избавиться от... скибиди туалетов? Нет, походу он не уничтожаем. Блин. Ай-яй-яй, друзьяшки, походу моя незритовая броня, к сожалению... уничтожилась. Остался только меч да яблоки. Ну и походу моего напарника тоже уничтожило. Блин. Ну давайте тогда попытаемся уничтожить до конца этого титана спикермена. Может, у нас получится. Только мне бы спуститься в эту яму, потому что хитбокс находится в этом районе. А ну-ка, титан спикермен, давай уничтожайся, уничтожайся. Куда-то он подлетел, но он получит люлей. Главное, чтобы он меня не взорвал. Яблочко, обязательно яблочко кушаем. Ну и зажимаем нашего спикермена. А ну-ка, давай, давай, давай. Надеюсь, у меня кирка есть. Блин, у меня кирки нету. Я бы зарылся и его уничтожил. А сейчас он чисто не может меня достать, потому что я букашка. Он в яму попал. А я такой маленький, да удаленький. Да и если он стрельнет, то он, конечно же, уничтожит самого себя. Так, титан, давай, уничтожайся. Мы спасем этот мир! Обязательно спасем! Немножечко осталось! И да, друзьяшки, мы с вами победили, конечно же, зараженного спикермена! Так, а напоследок я хочу узнать, что-нибудь от моего напарника осталось хотя бы? Или все же нет? Так, я тут был, тут ничего нету. Я вот хожу и не могу его найти. Походу, все же его разбросало на материи. Блин, очень жалко. Но он сражался как герой. Ну или это не конец. И еще кто-то нападет. Ну а я, конечно же, надеюсь, то, что вам понравился данный выпуск. Вы, конечно же, поставили лайк, подписались на канал, ну и написали топовый комментарий. Ну а вот вам два видеоролика. Обязательно их взгляните. Ну а с вами был я, Жабка, и, конечно же, мой актер
Городосик-барбабосик, всем удачи, ну и конечно же, пока-пока!